всех гостей встречает духовой оркестр. Он наигрывает знакомые мелодии. Атмосфера в холле культурно-спортивного комплекса «Мечта» творческая. Это открытие уже 8-го по счету конкурса «Одинцовские самоцветы». Почти каждый коренной одинцовец слышал и даже был участником этого творческого состязания. И вот в очередной раз у них есть возможность продемонстрировать жюри свой талант, раскрыть новые грани своих увлечений. В день открытия в культурно-досуговом центре «Мечта» собрались участники номинации «Декоративно-прикладное искусство», художники и фотографы. В фойе они знакомили гостей со своими работами. Посмотри, вот это вот, знаешь, какое дерево? Вот это какое? Но самое интересное ожидало гостей в зале. Там состязались участники трех номинаций: инструментальное искусство, авторское композиторское искусство и авторская песня. Ура фестивалю! Мы всех приглашаем в тесный круг, где гимн этот льется, где вам улыбнется Организаторы напоминают, что участником конкурса «Одинцовские самоцветы» может стать любой желающий от 16 лет и старше. Принимаются как коллективные заявки, так и индивидуальные. Главное не бояться и идти вперед к своей цели. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».